Стоп-старт нажал. Что-нибудь поменялось? Ребятня. Жит моих подарочков, ребятня. А где плеер? Нету, пишет. А Данеш, отлично, сейчас мы ей Данеш позвоним. За одно. Чтобы два раза не бегать, как говорится. Посмотри приватное сообщение. Так, стоп, я даже не на канале Опергеймер, на ГГ. Подождите, я должен сначала выйти на Опергеймер. Так, захожу на Опергеймер. Как же все сложно-то в этой жизни. Даже стрим не запустишь. Так, а можно еще раз приватное сообщение, чтобы я его посмотрел? А то как-то. А еще лучше я тебя просто наберу. И ты мне приватно в эфире все расскажешь. Что вот хотела. Привет, так, привет. А я тебе там адрес TeamSpeak кидаю. А зачем? Давай в скайпе. Все равно мы скайпе вдаем. Ну, окей, принято. Тогда секундочку. Лу, ну ты понял, да? У меня настройки сбились у Опергеймера после перехода на Windows 10. И вот в левом нижнем углу. Сейчас, секундочку, Лу, подожди, не уходи, там у Бонича проблемы. Не-не, да не будем уже сейчас ничего делать. Я уже игру запущу, просто без в левом нижнем углу, ребят, не будет красивого логотипа. Конечно, как же мы без логотипа? Не знаю, как мы это будем переживать, но крепитесь, ребята, крепитесь. А, ну да, мне нужно new version found, там что-то, мне нужно, короче, перенастроить, видимо, HFS, ну, браузер, наверное, потому что старый перестал работать. Ну да, ладно. Конечно, зачем ты поставил десятку? Я поставил десятку. Тебе захотелось ужасов в реале? А зачем я поставил десятку? Это хорошо. Так, меня слышно вообще нормально? Все круто, ребят? Мне тебя слышно, а плеера-то у меня пока нет. Зачем? Давай, ты контролируешь тогда плеер. Да, я пытаюсь. Я только что обновилась. Нету твича, но зато появился. Да, появился, нету только твичевого плеера. Угу. Ну, короче, ты контролируй чатик на опергеймеровском канале, а я буду на своем. Сейчас я запущу для этого специальное мега-приложение. Ой, тут надо на паузу нажать. Сейчас, ребят. Так. Картинка пошла. Сейчас мы, ребят, будем запускаться. Единственный вопрос. Я надеюсь, что сегодня этот ужас во всех смыслах этого слова закончится. И мы, наконец, домучаем эту прекрасную игру под названием Solarix. Ибо у нас появилось оружие. Нам дали кучу пистолетов, пулеметов и прочего снаряжения. И сейчас, видимо, мы будем сражаться с главным мерзавцем этой игры. Правда, не знаю, кто это. Скорее всего, ему кажется очередной Григорий. Ну да ладно, это не важно. Да, все. Вот, все, спасибо, все заработало. У меня просто в TeamSpeak находится Лу, который как раз, собственно, пришел. Присоединиться? Так, ну, я могу его к нам добавить. Ну, да, легко. В конце концов. Почему бы и нет? Поехали, ребят, запускаем игру Solarix. Solarix. Вот, а вот оно. А, вот работает он не может, у него свои уже. А, ну, это бывает. Бонич, ты не можешь взять и вот так закончить. Привет, Проспера. Могу. Он может взять и закончить. Могу, Проспера, помогу. И сейчас я тебе это докажу. Здорово, добрая. Ой, докажу. Так, отлично, это в моем чатике. Так, свой чатик я контролирую. Ой, как громко. Ой, как все тяжело. Ну, я напоминаю о том, что, ребята, громкость игры я уже не могу поменять. Я поставил на минимальные настройки, поэтому будем мучиться. Как говорил поручик, как Сухов, нет, Сухов. Как Сухов он? Не был поручик. А кем он был? Капитан. Нет, кем он был? Бонич. Товарищ Сухов. Он был просто товарищем, неважно. Как говорил товарищ Сухов на вопрос Абдулы, вас убить сразу или хотите помучиться, он сказал, предпочитаю помучиться. Так что будем мучиться, ребята. Надеюсь, что-нибудь получится. Конечно. Сохранилась игра, и у нас появился просто, ребят, арсенал небольшой кокаиновой республики. Кстати, я только что узнал, что можно, оказывается, оружие переставлять вот таким образом. Ну, мы пойдем, конечно, с дробаном. Пойдем с дробаном, конечно же, потому что... Страдания Проспера, его ждет другая игра, и там будет много страданий. Ты даже не представляешь, что он выбрал следующей игрой. То есть, если я Solarix прохожу вот уже 780-й раз, то я даже не представляю, что со мной сделает следующая игра.
Так, ребят, сейчас мы будем гаситься с... Да, я напоминаю, нам... Давайте посмотрим, какой у нас там new objective появился. Reconnect with AMI. Я помню, что это такое. Это яблоко Apple, которое росло где-то внизу. Здорово, Серега. Привет, инфра. Анонс пришел. Да, пришел вовремя, да? Заставь мучиться, исчадью тьмы. Сейчас, сейчас, ребят, сейчас я всех заборю. Короче, к яблоку идем. Ты помнишь, где яблоко, Ганеш? Яблоко. Яблоко разврат, а раздора. Так, фонарь, фонарь. Это была оговорка практически. Вот к нам бежит любопытный товарищ. Погоник, я даже страшно. А чё он не умирает? Я... Как-то нас встретили недружелюбно, просто... А снова какие-то полураздетые колдыри нас забили руками, но, по всей видимости, мы попали на щит. У тебя же был дробаш. Он не работает на них, по всей видимости. Ребята, выучили кунг-фу. Может быть, у них бронежилеты телесного цвета. Я не знаю, почему я не убиваю их. Ладно, моя задача сейчас просто уйти налево. Никогда не думал, что эта фраза вызовет во мне массу негодования, но все-таки налево. Налево, ребята. Вот сюда. Туда, откуда я пришел. Привет. Сейчас мы аккуратненько так пройдем. Да, и вот так вот, вот так вот уползаем налево. Отлично. То есть, несмотря на наличие дробаша, ты по-прежнему боишься, шаришься по углам и впадаешь в состояние ужаса. Да, именно так, вы абсолютно верно. Но потому что на них дробаш не действует. А эти самые создатели игры, затейники. Обычно с появлением дробаша в руке наступает период «всех убил один остаток». Заканчивается стелс версия игры с появлением, да, дробаша. Да, и обычно начинается шутер. У тебя, я смотрю... Гонку подвезли. Привет, привет, Рейня. Ну, подвезли ненадолго. Я надеюсь, что сейчас, ну, в принципе, мы эту игру пройдем и дальше поиграем в шахматы. А вот следующий стрим, следующий понедельник, он уже будет по многочисленным просьбам трудящихся. Ну, вот по той самой игре, которую Данэш... Так, наводит на вас интригу. Слушай, я тебе показывала как минимум две игры, ежели не все три. Ну, там, где тема молочных желез женщин раскрыта в полной мере, конечно. Вот ты сейчас сделала рекламу. Ты же понимаешь, что теперь те, кто не пришли, все равно придут. Яблоко позеленело. Main Hub Access Terminal. Еее. То есть мне нас. Я буду сейчас дико хохотать в приступах истерики, если мне осталось нажать одну кнопку и. Вот сейчас, если игра будет закончена. Конечно же, нет. Вот тут-то мы и похохочем. Не-не, ребят, все а нормально. Я бы с тобой в шахматах сыграл. Давненько я никого в шахматах никому не проигрывала. Ну, ничего себе. Чаш. Какие смелые заявления. Так, а что это такое? Где мы? Вы еще не закончили. Друзья, Мы в Мордоре, на нас смотрит око Саурона, или, может быть, и так выглядит задница Саурона, я не знаю, но... Действительно становится как-то непосредственно. Может быть, это макушка Саурона? На макушку похоже. Так, ну и с этим глазом, по всей видимости, нам предстоит вообще сражаться, а не на жизнь, а на смерть. А, значит... Ребят, ничего, если я сложнейшие перипетии сюжета уже не буду раскрывать? Не надо. Два лифта... Так, два лифта, око Саурона. Оно будет в нас стрелять, если мы... А ты попробуй, узнаешь. Вот там слева еще одно яблоко, и, по всей видимости, нам нужно... А вот тут еще один лифт. Ёлы-палы, да тут просто... Ну, сейчас нас загасит, я думаю. Вот прямо сейчас нас загасит. You are late. Ты опоздал, нам говорят. Как же опоздал? I apologize, I do genuinely appreciate your efforts, as well as the function. You played within my larger containment strategy. Короче, говорит по-английски, ничего не понятно. Я говорю, у тебя там в жопе Саурона лицо появилось. А это бывает, просто он думает, жопой думает, вот лицо и появилось. Господи. Ага, это сейчас. Короче, она там что-то верит, что инфекция это часть чего-то. Прыгай, кино сразу закончится. Сейчас. Короче... Может, что-то еще с Саурона? Да, не исключено, что это еще что-то от Саурона. Но, боюсь, мы этого уже не узнаем. Так, у нас есть два лифта, и предлагаю на них прокатиться все равно. Сразу делать больше нечего. А,
Вальдемару предлагают подождать, прежде чем, не знаю что. А, они офлайн. Че это прыгают-то? Они офлайн, ребята. Так, что же делать? Это тоже офлайн. Но нажать на него можно. Может, их надо как-то взломать? А может быть, тебе надо подойти ко второму яйцу? Какому второму? Ну, ты... Фу, ну ты только одно. Там вдалеке я видел еще одно красное. А, к яйцам, что ли? Да нет, красные яйца, поверьте, это... О, может, перепрыгнуть можно? Во-первых, я подходил к обоим, но во-вторых... А во-вторых, у тебя на одном поле красное снялось, а на втором осталось. Иди-ка ты гонишь направо. Как не снялось ничего? Вон и слева, и справа поля. Что ж, don't like to speak for you. You always have the choice to turn yourself off to forever. Короче, говорит, не разговаривай с этой распутной женщиной, и она портовая куртизанка. Но почему я должен верить другой женщине, я не знаю. Попробуй верить хоть какой-нибудь женщине. О, позеленело одно яйцо, ребята. Шикарно, одно яйцо все-таки позеленело. Из красного стало зеленым, я не знаю, какой из этих симптомов хуже. Но мы идем в зеленое яйцо. Правда, ничего не происходит. Просто ничего не происходит. Иди в яйцо. Нет, не могу. Что? Тогда тебе надо просто сделать второе яйцо тоже зеленым. Блин, ну это же не Пасха, чтобы яйца красить. Ну давайте что-нибудь придумаем другое. Олег, здорово, Айзора. Это... Вон там ты... подсказывает. Оно позеленело, значит созрело. Вообще обычно, когда краснеет, созревает. Айзора, ты попал на трансляцию Бонивурона Опер Геймер каждый понедельник с 21, поэтому... Формат наших стримов хорроры, никаких Rocket League, все серьезно. Поэтому страдай вместе со мной. Стрим называется «Час ужаса» от Бонивура. Причем неизвестно, кто боится больше, то ли Бонивур, то ли зрители. Короче, позеленевшее яйцо не дало нам никаких... Тебе надо сделать второе яйцо тоже зеленым. Я не знаю, как я сделал первое зеленым, поэтому... Вонич, вспомни, что ты делал. Ничего не делал, я просто зашел сюда. Шикарно, и что дальше? Что? Сколько-то опять портнуло я. Ой. Так, new objective. Run диагностика segment. My house eye has control on the ship. Короче, ясно. Все, все запустить, все поломать, все убить. А все взорвать. Ну ладно, давайте run. Так, терминал. Hey Nail. It's Elisha. Thank you so much, Elisha. Да? Смотри, сейчас подкрадется кто-нибудь к тебе сзади, обнимет. За что попало? Господи, господи, что за истошные вопли? Дайте мне ружье. Что за... Господи. Так, что, давайте... Там лазерный лучик ходит. Подожди, давайте обследуем местность. Неужели здесь ничего нельзя? Подмотать, тиснуть, навинтить. Поломать. В конце концов, поломать кому-нибудь судьбу, нет? Вот взорвать. Ну вот, эта бесполезная локация очередная встречает нас просто красочными. Нет, там есть дверь с кнопочкой, за которой бегает лазерный луч. Ага, прикольно. Угу. А могу я ее взорвать? Наверное, это вряд ли. Это было бы слишком просто. Ты можешь ее открыть. Нет. Ну, видать, мне как-то на второй этаж нужно за... Ты под лучик не попади. Что-то мне подсказывает. Как ты думаешь? Что? Эти лучики неспроста. Кстати, я могу без единого патрона шлепать Григорьев. Я же напоминаю, у меня есть электрошокер, которым я... Главное, со спины подойти. Бедный Григорий, надо вообще... Вообще тут уже Григорьев нет, одни Константина. Ну хорошо бы и тем и другим сказать, что сковородка спасает от шокера. Господи, кто ж там так истошно вопит, а? Я думаю, что тот самый... Ой-ой-ой, улала. Ой-ой-ой. А тут, вы знаете, весело, я вам скажу. Ладно, прежде чем пойти вниз, надо, наверное, сходить наверх. В этой локации. Помочь. Вон там что-то лежит в
какая-то фигня. Я рискну своей жизнью. А у тебя с храмка далеко? Нет. Давайте проверим, как реагируют лазеры. Я, кажется, знаю, как они реагируют. Никак не реагируют лазеры, ребят. Ничего не происходит. А, вон там, смотрите, что-то. Лифт еще какой-то, лол. Тут еще можно в лифт заперить свою бренную тушку. Короче, ну, иди, не все так просто. Как обычно, нас ждет просто какая-то гигантская локация, бесполезная, совершенно пустынными пейзажами. Почему там есть туман? Да, и вот пробежаться по этому прекрасному закутку. Послушай. Ой, подними голову надо, смотри, какой робот. Отступи чуть-чуть назад и подними голову. Вон мужик ходит, смотрите. Маски светились. Что-то он как-то ходит так, как будто ему плохо. Ну или хорошо, пока не... Может, я его гуфну? Ну, давай. А я не дострелю, я думаю. Так, а ладно. А здесь пистолеты? Ты вот подойди к фонарю и обернись. Вот то, что там висит, это большой робот, и глазки у него светятся. А, да, я вижу. Шикарно. Может быть, потом в него надо будет. Сначала я в лифт. Элеватор будет он офлайн. Хорошо. Короче, ни хрена нам ничего не нужно в этой игре. Чатики, пишите, пожалуйста, что-нибудь. Скажите, что вы с нами. Все ли хорошо у вас, как дела? Танк, смотри, какой классный. А в него можно сесть? Ящик. Наверняка нам снова подгонят шприцов. Конечно. Зачем нам ящик? Здесь есть танк. Касатка 60 пишет, что они, мы с тобой. Медведев пишет слава роботов. Касатка пишет, все хорошо у нас. Смотрим, как ты страдать будешь. Пока а все отлично. Советует. Не отвлекайся. Хорошо, я слушаюсь вас, друзья. Стараюсь не отвлекаться. Так, здесь ни хрена нет, тоже полезно. Слушай, попробуй залезть в танк. Он же для чего-то здесь стоит. Ты меня видишь? Да, вижу тебя. Вижу тебя. Мой бледнолицый друг. Попробуй залезть в танк, он же для чего-то здесь стоит. Логика в этом есть, но не для создателя игры, они просто нарисовали его для того, чтобы я полюбовался на атмосферный участок интерьера. Шикарно. Даже завести не могу. Да. Я даже танк завести не могу, не то что каких-то женщин каких-то или еще кого-нибудь. Так. Ой. Я не знаю, что будет, если этот лазер пересечет мое тело, но могу догадываться. Я думаю, что ничего хорошего. Бегутся сюда все Константин и Григорий. Что ты будешь делать, когда патроны кончатся? Можно пойти прямо, можно пойти налево, вон там есть лифт. Что-то мне подсказывает, что как раз вот сюда мне и нужно, и именно поэтому я для очистки совести сбегаю в другую сторону, посмотрю, что там тоже ничего нет, конечно же. Куда-то исчезли абсолютно все враги. На ключ же, Владимир, на ключ. А, вот тут еще одна дверь, шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как все не очень, тут куча дверей еще. А-а-а. Эта дверь ведет нас в никуда. Большой корабль. Так, какие-то... Большой. Очень большой, но, конечно... Go в Rocket League потом. А, потом? Сейчас нет, потом, возможно. Так, терминал. Который ничего нам не дает. А нет, new note этот. А note это не не ачивка. Мы сюда сбегали, чтобы в очередной раз проследить за сюжетным развитием этой игры, которую мы потеряли, не найдя. Поэтому топаем дальше. Сюжет этой игры для нас оказался упущен стрима эдакс первого. Сразу после того, как мы узнали, что русификатор есть, но мы забыли его поставить. Так, еще одна дверь.
Запись пошла. Saving successful. Шкаф не проверил. Какой шкаф? Где вы там видели шкаф, ребята? Тигрожоп, где ты видел шкаф? Я сейчас не обзываюсь. Действительно его реальный никнейм. Какой шкаф? Не было никакого шкафа. Какие звезды? Так нет же ни одной. Давайте сбегаем еще раз. Благо в этой игре бегать — это единственное развлечение, которое только может быть. И если бы я был Усейном Болтом, возможно, я бы чувствовал какую-то радость от того, что я бегаю просто туда-сюда. Но я не он. Тут... А, да, шкаф, действительно, ребят, простите. Ну, за шприцом вернулись, конечно. Наркоманы всегда возвращаются за шприцом, безусловно. То есть ты туда только ради шприца? Да, да, я проделал путь в 700 метров, только чтобы найти очередной бесполезный шприц. Глянь, сколько у нас теперь шприцов. Я могу тупо открывать здесь какой-нибудь донорский. Слушай, донорский пункт. А можешь ли ты утыкать этими шприцами врагов? Может быть, они сдохнут? Я думаю, что от передоза возможно. Он берем и пишет шприц найден, не все будет. Эта игра называет меня... Эта игра вызывает сатану. Сатану к дому. А это куминги. Что опять от меня хочет эта взбалмошная профурсетка? Что? Что ей нужно этой электронной бабе от нас? Я уже имел дело с одной электронной бабой в игре под названием Сома. Ничего хорошего из этого не вышло. О, кстати, гонщик. О, контейнер кейпад. Опа. А какой кейпад у контейнера, я понятия не имею. Какого года игра? Вот это свежее что-то. Да, ребята, вы сейчас находитесь не в 95-м, это 2016-й, и вот такая вот блистательная... Я тебе подарю вот такую штуку. Ребят, нужен код от контейнера. Я бы мог сейчас ковыряться в каких-то записях и так далее, но проще... А может, в последней записи есть код от контейнера? А я не знаю, где смотреть записи. Их тут нет. А, во! 0570. Обожаю такие загадки в игре, где тебе пишут просто пин-код 05. Называется игра для очень одаренных людей. Просто time is up. Что time is up? Что она хочет? Патроны? Да, патроны дали. Я не знаю, с кем нам сейчас придется гаситься, но, судя по всему, это что-то огромное и страшное. Судя по тому, что снова симфония Шуберт тут звучит. Алекс Фумон пишет: кровавые боги. Она выглядит как System Shock 2 99-го года. Да. И ты... еще тебе подсказывают, тебе дали 30 секунд. Чё дали 30 секунд? На что? Открытие контейнера. Я же открыл его уже. Все уже, поэтому уже не актуально. Зато я достижение какое-то открыл. А где сейвик-то? Сейвик бы хотелось. Сейвик, больше. Так что сейвик страшнее. Ну, конечно... Ой, чё это за звук был? Ой. Ты, Нэш, не ты упала со стула? Нет. Тогда... Я достаточно плотно на нем сижу, падать с него не готова. Ну тогда... Может быть, уже настала пора бояться? Ну, возможно. Я изо всех сил пытаюсь этим заняться, но пока... Как успехи? Безуспешно. Эту игру делал Ангел Убийца. Эту игру делал Чикатило, это последний его... Нет, вот не упал. Последняя его... Вот спит на диване. Оба. Последнее несчастье, которое он послал на человечество, это вот эта игра.
Поезд, наша разработка. Я играл в поезд, Фростик. Я играл в поезд, и смысла там было гораздо больше, чем вот в этой игре. Хотя поезд та еще психоделика. Диспетчер был неплох. Диспетчер был отличный. Сначала я, конечно, не распробовал, но после Диспетчер вошел во вкус. был неплох. А уж как ты там в сортире тусил? О! Зачем ты здесь Подожди, открылся? появились Григории. Ребята, вопрос. Мне всех надо убить просто, да? То убей всех. Нет, это самое. Не откажи себе в удовольствии. А я не знаю, вдруг не, а вдруг сейчас я убью всех Григориев, а последний босс окажется каким-нибудь А непроходимым. ты разрядник, нет? А, я, да, я сейчас, да, я же, я забыл, у меня же есть вот такая штука. Сейчас мы начнем, ребят, по старой схеме. Далеко он идет. Подкрадываясь сзади, нежно обнимая его за шею. Я пытаюсь. Давай, дерни его только. Черт! Черт! Ему плевать! Ребят! Ребят, я не убил, А, он не Бонич, убивает. ныкайся, Бонич, он сейчас обернется. Он не убивается. Это прискорбно. А что делать? Дрываш? Давайте я еще раз попробую все-таки. Вдруг я не попал. Хотя как? Попал. Может, просто поближе подойти надо? Ну, вот я пытаюсь. Вынечек, только не умри. Сейф был далеко. Нет, ему плевать на эту фигню. Ну, это тогда вставай, дорогой. Ну что, я... А может, я вообще не буду с ним драться? Я просто обойду. Как он такой? Тоже тема. Какие они старые, электрические. Короче, походу, у них начался... началась Мутировали. вторая фаза эволюции, да. Мутировали. Деградации. Что нужно, то теперь я вообще понятия не имею. Может быть, вернуться к этому яйцу? Хотя как? Она же портнула. Ильич, ты ищи дорогу среди Григорьев, а я сейчас налью водички и приду. Да, Такое давай. дело, надо проходить под валерьяновый корешок. Да, под корешок я бы тоже сейчас не отказался. Так, что от нас хочет игра? Давайте попробуем вместе. Дети, давайте попробуем вместе понять. Run Diagnostic Assessment. Assessment. Ребята, буду благодарен за помощь любого в любой форме, моральную, материальную, помощь советом. Я понятия не имею, что от нас хочет игра и что мне нужно сейчас. А Бонивур на опергеймер позвали, потому что он такой же старый, конечно. Конечно, Игнат. Я потому что я супер старый. Ну, может, вот это похоже на диагностик ассессмент. Очень. По крайней мере, на ачивке вот именно такая хрень была изображена. Такая, да не такая, да? О, шкаф. Еще один. Внезапно обнаружился. Ну, вообще, если я буду систематически еще какое-то время стримить на Опергеймер, я думаю, что я начну лысеть. И начну озвучивать фильмы уже более интенсивно. Но такие порывы у меня уже появлялись. Симптомы налицо, я превращаюсь в Дмитрия Юрьевича. Короче, ребят, что? Просто идем назад. Мне, конечно, очень хочется завалить этого крота. Тем более, что он такой сладенький, он так классно идет, но не буду. Я просто не знаю, кто нас ждет в конце, и может быть нужно экономить патроны, как в Resident Evil. Бравый солдат. А вампиреныш Ту-ту-ту-ту. спрашивает, who is Betty?
Та же самая и у меня тоже коллизия. Смотрите, как он исполнил брейк-дэнс. И продолжает идти так, как будто... Мне подсказывают, что надо заменить предохранитель от лифта. За подсказку мы благодарим... Я не могу тебя выговорить, иди, ну все равно тебе спасибо. А у меня есть предохранитель от лифта с собой, или его надо еще найти? А это хороший вопрос, Бонич. Давайте посмотрим. А у тебя есть предохранитель? У меня есть ружье, пистолет, электрошокер. О! Предохранитель. Возможно, предохранитель. Скорее всего, похож, да? Волхид Жхок. Понятно, спасибо. Тебе подсказывает, покажи еще раз, я переведу. И вот то, во что ты тычешь, это как раз оно, это предохранитель. Передохраню сейчас. 10-амперный. Ой, смотрите. Ой. Ребята под спайсами продолжают гулять здесь по территории этого заброшенного завода. Ну, возможно, ребята, дело происходит на АвтоВАЗе. Я вот только это могу объяснить. Именно так, на мой взгляд, выглядят сотрудники АвтоВАЗа. Ну, а почему еще они выпускают такое, как калеченное железо, эти тазики? Возможно, а потому что они именно такие. И наш персонаж пытается взорвать АвтоВАЗ и избавить мир от его жутких посланий, проклятий. Я бы скорее поставила на китайский автопром, но твоя версия мне тоже нравится. Напасти АвтоВАЗа не должны калечить жизни людям. И вот наш персонаж пытается что-то сделать. Не знаю. Ой, как все дерьмово. Ой! Убивает? Ой, да! В меня лазером попало. Я умер. Что за говно? Я тебе говорил, убить под базар. Завтра с ними будете сюда-то во сколько? Завтра. Если и буду, ребят, то вечером. И что, все сначала? Ненавижу. А это что, еще и предохранитель нужно? Опа! Ну спасибо, игра. Спасибо тебе за все. А нету предохранителя, Бонич. Да, нету, да. Верного. Я уже заметил, да, Нэш. Тебе огнетушитель занести? Пока нет, но... Откуда 1200 зрителей? Потому что я классный, что непонятного-то. Разве вот ты сидишь у меня на стриме? Ты один из этих 1200, ты же не бот. Ты же сидишь, потому что я клёвый. Вот Данэш со мной уже которую трансляцию состримит. Потому что я же клёвый, Данэш никто не приставлял пистолет к виску. Откуда ты знаешь? Может быть, вдруг перс в Москву приезжал. Кстати, да, это возможно. Ну ты действительно хороший. Вот. Поэтому... Все же очевидно. Так, тебе говорят, что ты этот самый подобрал под лазерами, видимо. 0,570. Слышь, код изменился. Это просто... Вот он, фьюз. Вот он. Я нашел его, смотри. Да даже код не изменился. Ах, какая печаль. Так, истеричная женщина продолжает нас грузить информацией. Слушай, я, наверное, буду всех убивать тогда. Ну, а что помни, делать? Помни, Бонич, патроны не бесконечны. Тетка дает тебе 30 секунд, чтобы ты ее нашел. Ну, где я тебе ее найду за 30 секунд? За 30 Бонич, секунд? Бонич, кто из нас двоих мужчина? Кто должен знать, где можно найти тетку за 30 секунд? Блин, ну... Я, конечно, могу позвонить в сауну, но... Думаю, что вряд ли она там. Поверь мне, по тем телефонам, где можно найти тетку за 30 секунд, ее не должно быть. Так, я нашел вот какую-то табличку. Офлайн. Теперь она говорит, что она просто голос в твоей голове. Короче, она тебя троллит. Камрад, что бы мы без тебя делали? Хуеристикс офлайн написано на табличке. Понимаешь, не выражайся. Ну я просто перевел. Это был транслейт. Хуеристикс онлайн и офлайн, точнее, поэтому никаких баб за 30 секунд не будет. На кухню, предлагают на кухне поискать возле борща. Там тебя поправляют, это ивристика, будешь. Либо откуда-то где-то смотрит помимо ГГ, либо ботовод. Как ты думаешь?
сам. Учитывая количество плееров. Ладно, не будем томить тебя. Правильный ответ, где-то смотрят еще. Так, ребята, давайте вот это вот сейчас выйдем уже отсюда, всех убьем. И предохранитель нашел? Да-да-да. Покажи. Вот. Сначала покажи деньги. Понимаешь? Если ты придешь к лифту без предохранителя, тебе придется идти обратно. Не-не, а вера тебе все... нет. Все, чики-пуки. Ребята. А где мы находили кучу хелспаков? Ребят, не здесь, да, разве? Блин, они все одинаковые. В ящике. А зачем тебе хелспаки? Ты собираешься в них шприцами? Я собираюсь жить вечно. А-а-а. Ладно, хорошо, я пошел. Иди, тебя уже жду. Ну что ж. Ну? Меня раздирает просто надрать ему задницу. Можно я это сделаю? Хотя, блин, я тогда умру, если вдруг... Вдруг его не берет пуля этого говнюка. Ладно. Жендлмейкер, твоя женщина была мудра. В этой игре, надеюсь, ты ищешь женщин за 30 секунд с предохранителем? Ну, надо же поставить предохранитель, чтобы загорелся свет. А застрахован ли водитель? Ты про это, да? Так, ты давай помни про лучики, про красненькие. Вообще, поверьте, для женщины, которую можно найти за 30 секунд, точно нужен предохранитель, а лучше два. А лучше найти все-таки какого-то другого. Слишком опасно. Еще костюм АЗК вспомни. То есть такая женщина сгодится только если вы дембельнулись после, не знаю, пятилетней службы на каком-нибудь крейсере подводном. Бонич, АЗК. Чего нужно? Вообще войсковой защитный костюм. Ты в армии не служил? У меня... А, не... Ну ладно. Совру и скажу. Предохранитель для детей? Нет, касатка. Предохранитель для лифта. Ой. Снова мы лифт этот... пытаемся запустить. Снова этот... Какие дети, что? Солдат империи идет, пьяный. Посмотрите, ну он в дуплину вообще. Бонич, ну выстрели ему в упор. Да он побежит на меня, небось. Он же бухой. Посмотри, да он в хлам вообще. Он в салат. Ты пробовала когда-нибудь стрелять по пьяным? Так, этот лазер реально опасен. Нет, к сожалению. Но было бы неплохо, наверное. Этот лазер реально опасен. Ну, посадят. Сказал Бонич и пошел прямо под лазер. Бонич, аккуратно. Вот этот опасен. Непонятно, как он вообще работает. Сейчас он заворачивает оттуда. Ого! Это блин, да он вариант. Рандомно как-то летает, если честно. Летает рандомно. Может, я его убью просто? Кого ты убьешь? Пушку эту? Блин, как же стрёмно-то, ей-богу, правда. Этот лазер в любой момент может зацепить. Ай-яй-яй, бля, ты ко мне идет! Нет! Фух, слава богу. Так, чё там куда нужно вставить? Ну вот, я уже здесь. Пора что-то вставить. Так, еще предохранитель один. В лифт. Вот. Вижу уже подсказку. Блин, а где лифт? Во имя всех богов и трех демонов. Здесь. Ищи. Он так, ладно, тут. Я пойду. В тумане. Я пойду с черного входа. Он тут, в тумане, где светят лазерные лучи. Много константинов. Вообще мне это начинает дискотеку напоминать, где это самое в клубе. Спасибо, Данеш. Я думаю, более точным было бы описание «он здесь, в этой игре». Вот и тогда бы я точно понял, что... Понимаешь, они здесь... А, кстати, вот лифт. Вот. Да, 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 да. Это лифт, да, но... Но, блин. Да, блин. А ты как хотел? Да, и что? Я хочу ехать. Ну, едь. Он не хочет, чтобы я ехал. Придется мне этого козлину расстрелять. А, нет. Я жру хелспаки. Умри же ты, паскудник. Сколько я сожрал хелспаков? Да, всего лишь 17 штук, нормально. Простите, ребят, не сдержался я. Так, и что? Чувствую. Как поехать-то на нем? Ну вот он сверху вниз спускается. Да это нет, у тебя сверху прыгает. Нет, он... Нет, стой. Ага, я просто...
А как я на него зайду, лол? Упс. Гонич. А может быть, на него надо откуда-нибудь запрыгнуть? Смотри, ну, прикольно вы... вообще, да. Здрасте. Спасибо. И как? Слушай, а вот эти вот, которые с лучиками, их никак не прибить? Прикинь, я на него кучу патронов потратил, у меня уже почти патронов не осталось. Обидно, да? Досадно. Короче, если это баг игры, то я передаю огромный привет создателям. Просто... А может, это фича? А может, это не тот лифт? Это фича. Как не тот? Я же предохранитель поменял. Так, попробуем как-то пролезть туда все-таки. Ну как, я понятия не имею. А ты подвигать чего-нибудь можешь? Там коробочки, ящички, контейнеры. Мужик, как в лифт зайти? Че ты дергаешься? Да, разрабы, вы, конечно, знатные тролли. Ну, в общем... Строить такую подлянку, я просто не ожидал. Я от вас много чего ожидал, но... Но такого... Вампиреныш, не тот предохранитель, не в тот лифт. Это было бы слишком печально, потому что второго предохранителя у нас нету. Да, да, это... Это плохая штука. Хотя у меня он есть. Лол? Лол? Тогда, может, это действительно не тот лифт? Бонич. А другого нет. А тут симметрия, посмотри на то. Вторая. А это не предохранитель. А, нет, предохранитель. Другого лифта нет. Тебе говорят, что это не тот лифт, Бонич. А почему он тогда запустился? Ну да ладно. Не тот, значит, не тот. И... А где тот? Я а вот карта? Понятия не имею, где тот. Бонич, а карта? А лазер сейчас в задницу мне как засветят. А ты за угол отойди, посмотри карту. А мы сейчас всем чатиком посмотрим, где там правильный лифт. Жуть. Но по логике вещей должен быть где-то... Тут же все в симметрии, наверное. О, ребят, может быть, все-таки вот... Не знаю. Может быть, здесь где-то нужно его засандалить? Нет, тут лифтов больше нет. Ладно, смотрим карту. Дружно. Дружно смотрим карту. Только ты встань куда-нибудь в голову. А, нет карты, ребят. У меня плохая новость. Вот. А, была же. Была, видимо, испортилась, не знаю. Вот такая Конечно, теперь. Куда ты дел карту? Не знаю. Проиграл ее в наперстке. Как ты мог? Не пойму, зрителей 1300, а в чате 80. Это... Только в одном чате. Следи за руками. Это просто волшебство. Это волшебство. Волшебство опергеймера. Панда, это только в одном чате 80. Да, там же еще есть. Там спрашивает, на лифте телефона нет? Может звякнуть, может починят? Может лифтера вызвать, действительно, потому что это же хамство. Так, нельзя. Что это такое? Что я взял? А. Ничего особенного не взял. Ну как же так, а? Не 35, да тот, же. Да тот это лифт, ребят, тот. Тот самый, который вот... Татей не бывает. Ну, Бонич, ну, хорошо. Там нет других лифтов, просто нет. Тебе он, может быть, он бежал тебе помочь на лифт забраться? Подсадить? Ага. Слушай, я поставлю вопрос ребром. А ты ящики двигать можешь? О, еще один. Там вон там еще один, но... Я не хочу их убивать, хотя... А, лошара. Побежал ко мне, нет? Смотри, чтоб со спины не зашел. Да, вампиреныш, лифтера завалили. А как ты собираешься отсюда выходить, если он там? Смотришь, прибежишь по лестнице. Он же только по лестнице может, я надеюсь. А вот этого мы не знаем, Бонич. Это такой вопрос. Творческий. Может, тебе подойти? Я его успокоил. Просить, чтобы он тебя подбросил? Я успокоил его. Уже все. Ну, давайте просто сейчас посмотрим какие-то еще лифты. Но я там видел только один. Был последний пьяный лифтер, теперь некому. Нет, вот там еще один. Нормально, не переживай. Лифтеров на наш век хватит. Но лифтов больше нет.
Тогда, может быть, ты можешь подвинуть какую-нибудь коробку или ящик? Фиг знает. По-моему, даже, кстати, пистолет эффективнее дробаша. Разведок в миллион. А ты попробуй подвинуть. Мягко говоря, эффективнее дробаша. Там тебе подсказывают, давай прямо. Пистолет-то получше заходит. Да, я ж про то же. А что у меня с... Что у меня с персом стало? Что с ним стало? Еле ходят. Устал, может быть. А ты почему ползешь? Ты поднимись, ты в приседе идешь, Бобич. Нет. А подпрыгнуть? Не могу. Может, гравитация? Чё с пацаном? У нас пацан сломался, ребят. Капс? Ёлы-палы, это просто провал. Разрабы, я вас ненавижу. Это зона повышенной гравитации. Это зона повышенной тупости разрабов. Ползу. Как можно было выстрелить себе в коленку такой вот классный пистолет? Да нет, серьезно, я даже оружие не могу поменять, ребят. Посмотрите, у нас... Я даже стрелять не могу. А если выйти из этой зоны? Ты в дверь-то, может быть, пройдешь? Я вот так вот иду, это максимальная моя скорость. Прикинь, сколько я буду идти до двери. Дверь за спиной была. Разрабы, ну вы просто скоты, я честно ненавижу вас уже всей душой. Апатия, персонаж потерял смысл жизни. Угу. А! А патроны тратятся. Какого, мать его, хрена? Ну, Переныш тебе подсказывает, используй шприц. Да? Да. И чё? Не знаю. Не помогает. Я могу только расстреливать патроны пистолета. Ну спасибо, разрабы, спасибо. Пойду умру на лазере, я не знаю. А, комрад Болтхид Джихок говорит, что... Так и надо? Нет. Бонич не сдался, а персонаж да. Виндумейкер подсказывает, в любой непонятной ситуации используешь шприц. Я умру сейчас, конечно. Не надо. Не, а, почему у тебя патроны тратить? ОМГ. Нет, тут только скопилось еще и... Блин, ну это капец просто. Это, вот это, конечно, это вообще провал, ребят. Провал разработчиков. Надо такого писать, я не знаю. 0750 там, да? Ладно, все заново, ребят. Все говно, давайте по новой. О, нет. Это ужасно. Да, я сам в шоке. Я еще пульнул зачем-то. Че, гоу? Ну, я ввел. Вы че, прикалываетесь? 0750. Ребят. Ребят. Что? Не, вообще офигели. А, 0570, извините. Бумич, сломала игру? Не, нормально. Зато ты уже знаешь маршрут. Учите английский язык. Ну, Берс, конечно, коварен. Подкинул игруху, конечно, от души. Так, а там у нас, по-моему, шприц дало. Да. Женщина, хватит истерить, я прошу вас. Успокойтесь. Помогайте ее найти. Ищи. Шершена фам. Шерши, короче. Шершена. А зачем мне электронная ля фам? С ней не пошершать, ничего не сделать. Что она мне может сделать? Поговорить. Микросхему поменять в клавиатуре. Поговорить можно. О, застрял. Жирный персонаж застрял внезапно. Что, опять? Не, нормально. Привет, Звездин 2014. Ребята, час прошел от стрима. Я думал, мы сегодня эту игру закончим. Но видите сами, что разработчики беспощадны. Если я убиваю всех врагов, они просто лишают моего персонажа возможности передвигаться.
Это я не знаю, это просто издевательство. Сейчас я буду убивать всех. А потом у тебя кончится? Ему просто срать, посмотрите, вот просто. Он неуязвим теперь, я стреляю ему в спину, но... Посмотрите, что происходит? Это что, издевательство какое-то? А вообще нормально вообще? Ой, сейчас бить буду. Все, ребят. До удаления... До подгорания задницы и до удаления игры остались вот буквально считанные минуты. Ты говорил. Гони ты эту игру в пень. На них не действует оружие. Эй! Я стреляю по тебе, братан! Какого, мать твою, хрена? Братан! Братишка! Дробовик стреляет мечуками, на расстоянии не работает. Просто жесть, просто жесть. Я чиню лифт. Приедь, пожалуйста, вниз, и будь добр. Можно как-то вниз? Какого хрена? По мне стреляет лазер. Да пошли. А до этого лифт не опускался. А эти, которые разработчики, те еще тролли, смотри-ка, на предыдущем сохранении не опускался. Я желаю, чтобы разработчиков не поднимался никогда, вот, вот никогда. То, что не опускается обычно, чтобы у них не поднималось. Как вообще, как? $0.570, да, ребят? Я хочу, чтобы у них... Я хочу, чтобы... Слушайте, кстати, я, наверное, не буду их убивать. Вы видите, мы идем вверх, а наверху еще куча народу, которую надо убивать. Да, я не буду тратить патроны. Ну, не тратит. Он там спрашивает, разрабы женщины? Нет, женщины такого придумать не могут. Я желаю разработчикам от всей души, от всего чистого сердца, которое переполнено звенящей ненавистью, чтобы они жили на 18 этаже многоэтажки, чтобы к ним приезжал лифт примерно так же, как ко мне приехал вот пару смертей назад. Алгискрафт подсказывает, оружие недальнобойное. А Вампирёныш пишет, лифт надо было просто попросить вежливо. Ага. Анткомедив пишет, геймвин. Да, согласна. Но я еще раз повторю, женщина такого придумать не может. 21 век, новый миллениум. Ой, нет. Слушай, не надо только про линолеум. Знаете, просто, я знаю, существует такая игрушка, которая создана для того, чтобы игрок не смог ее пройти, и там постоянно какие-то от нее подставы, как она свиней разных подкладывает игрокам своим, ну там, например, где-нибудь появляется невидимое препятствие, об которое он убивается, или еще что-нибудь в этом роде. Но это ведь совсем другой формат игры. Все, плевать мне на этих тварей, я просто иду. Куда идем с пяточком? Ля-ля-ля-ля-ля. Да, ну, просто вот, посудите сами, ребят. В первом случае у моего персонажа отказали ноги, потом лифт не опустился вниз, потом опустилось что-то другое. Потом опустилось что-то другое, потом патроны перестали. Потом патроны перестали действовать на твари. Это. Тебе там подсказывают, дробаш стреляет в упор. Наверное.
Теперь нам нужно, наверное, присесть на одно место и аккуратненько подняться на лифте. И быстренько умереть. Ну и не без этого, я думаю. Так, смотрим, кто входит здесь. И можно сейф? Пожалуйста. Спасибо. Блин, далеко же идти придется, а? Так, здесь хотя бы лазеров нет. Я пока, наверное, немножечко поочкую еще и поползаю на карачках. Страшно. Если у игры будет продолжение, то будешь проходить вторую часть. Только после второй части сирены. Только после нее. А я бы на сирену в твоем исполнении. Ты первую уже видела, да? Да. Как ты считаешь, эту игру создали маньяки-психопаты? Мне кажется, японцы, это почти то же самое. Просто сирена это до сих пор такая не затягивающаяся рана в моем сердце, не заживающая. Подожди. И не только в сердце, но и... Нет, в пределах сейчас. Кстати, у нас отвалился чатик. Это бывает. Он отвалился на Гудвине. Это тоже бывает. И только у меня отвалилось. Перезапусти. Там вот они, тоже. Вот они, бесконечные пространства, по которым мой персонаж бегает абсолютно бесцельно, только для того, чтобы я дольше времени провел за игрой. Такое ощущение, что разработчикам... Ой! Ой? А этот откуда взялся здесь? Живет он, логово у него там. Ну как он встал? Борис! А что тут надо сделать? Черт, пистолет! Патроны кончились. Ха-ха, бессмертный, сука! Пони, живи, как никогда не жил. Полкило валерьянки этому стримеру, пожалуйста. Шушеный. Ублюдки. Вы просто ублюдки. Он просто бессмертный. Почему те умирали от одного выстрела в жбан, а этот... А у него броня. Ладно. Ладно, почему сейва нет? Почему? А еще у нас на Гудвине, а? Что у тебя пишет? Да, это игра определенная. Эта игра определенно не для людей с нарушенной нервной системой. Нет, в игре свободного сейва нет, к сожалению. Может быть, есть, но это... О, чатики отвисли. Ура! Это какой-то чит. Где там мой шприц? Дайте мне шприц, и я уже уйду отсюда. Вот он, ящик. Ладно, ребят. У нас есть еще час для того, чтобы... взломать проклятую игру. Или она взломает тебя. По крайней мере, мы теперь точно знаем, что направо идти не обязательно. Просторы. Привычные. Близкая, да. Ты просто... с ними сроднился? Моя родина. Эти бомжи, алкоголики, все эти хмыри шатающиеся, все это уже мои родные люди. Так, добегаю сюда. Сейчас меня лазером захерачат, конечно, да? Захерачат. А ты под него не лезь. Не хочется умирать, чтобы за... А, тут нет прохода. Ну, спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Уважаемый упырь, не могли бы вы, пожалуйста, спасибо. Так, отлично. Ну, этого я загашу, пожалуй. Здорово, бугагашник. Этого я шлепну. Слышь ты. Окей, ладно. Так, почему лифт не приехал? А ты его почему? О, поехал. Так, значит, того второго мы не трогаем, он упоротый. А, я понял, я его просто оглушил. Судя по всему, его не берет оружие. Давайте посмотрим, что в этой коробке. Ой, а где там кто-то ждет? А, там ничего нет. Все, валим нахрен отсюда, потому что этот казнина сейчас встанет. А, нет, это второй. Вот тот второй, который бессмертный. Ребят, то проблема в том, что вот тот второй, который бессмертный... Он не хочет умирать. А, во-первых, он не хочет умирать, во-вторых, он хочет, чтобы умер я, и в-третьих... А, проблема в том, что нам нужно туда, откуда он идет. А может быть, чем кинуть? И пусть он бежит куда-нибудь в противоположную сторону. Спасибо. Вот так вот я сейчас сяду. Вот он проковыляет, а я просто пройду. А потом будем все стремиться. Ну давай. Ну давай, козлина. Ты же не видишь меня, да? Я же сижу за... Блин, как же стрёмно. Он же сейчас меня увидит. А ты, да я ещё уйди. Ах ты ублюдок, он просто... Так, спокойно. Он просто развернул, он не обратил на нас ни малейшего внимания. Поэтому сейчас будем привлекать это самое внимание. Ну это просто офигенная игра. Нам нужно вот туда, где он. А я не знаю, я боюсь теперь по нему стрелять. Вы видели, он вообще какой-то неадекватный. Охренеть. Может, все-таки дробаном его гасануть? Или пекалем? Пекалем, наверное, да, он поскорострельнее будет. Но я не понимаю. Вот серьезно, я не могу понять, вот что с ним сделать. А, ребят, будем драться с ним или нет? Ладно, попробуем все-таки стелс-мод. Знаете какой? Посадим его на лифт. Козла. Блин, он видит меня сейчас. Здесь он меня видит. Вот здесь нет. Сейчас придет туда, я перед ним прям засажу. Слышь, братан, ну вот тебе перед носом упало. Да, он идет. Охренеть, ну в бронежилете там просто нереально. Ну! Давай, хватит макарены танцевать. Иди налево. Красава, братюня. Лучший вообще, обожаю тебя. Блин, меня видно. Я на интересные позы принимаю. Раш по центру. Ну да, Халгис Крафт, раш по центру. Блин, он... Он разворачивается. Нет, он просто... А ты в лифт кинь и отправь его вниз. Чё ты страдаешь? Как его отправлю вниз? Значит, надо подойти к нему. Короче, по этим стрелять уже страшно. Беги оттуда. Быстро-быстро. Как никогда не бежим. Блин, ну, ребята, запись, где запись? Какого черта сейва нет? Вы вообще в своем умишке? Разрабы, мать вашу. Ладно, пойдем прямо. Вот я пожалею об этом, но надо идти, наверное, было налево, но я пойду прямо. Я понятия не имею, куда мне нужно. А вон еще один. Тоже в бронежилете. Ну и вот и че? Где сейф-то? Так, налево? Так, ладно, через него я не пойду, согласен. Я лучше пойду безопасным путем. А ты не забываешь про того, который сзади идет?
Да, я довольно так бесшумно пробежал. Так, ладно, пофигу. Короче, эти ребята в каких-то ржавых доспехах, и, видимо, эти ржавые доспехи не берут пули бластера. Черт, я не верю в то, что это я говорю. Оружие 21 века бессильно перед ржавой хренью. Так, этого вижу. Он идет ко мне. Вот еще одна дверь. Пожалуйста, откройся, я молю тебя. Door switch. Да, она открылась. Во! Что это такое? Ой! Страшно, капец. Где сейф-то? Ну где сейф? Ну. Вот он сейф. Ура! Аллилуйя! Совершилось? А че это такое? Зубашка такая вертится. Так, new objective, отлично, ребят. У нас добавилась новая цель. Ой, а че это за голова такая вертится там? Это R2D2 с ума сошел у нас. А уже по-другому выглядел. Говоришь, с ума сошел. Так, new objective. Давайте что? Find Betty. Where is she? Can't find her. Return to main hub. There is no eye. They can. It only does what I mean can to do. Че он хочет? Че он? Он хочет назад вернуться или что? Что ему надо? Подожди, не закрывай, там вот помогают, сейчас прочитают и дадут тебе перевод. Я примерно понимаю, надо что... Надо вернуться в главный хаб, Бетти тут нет. Короче, Бонич, иди назад. Шикарно вообще. А то есть налево вообще не надо было в итоге? Может быть, там идет дорога назад? Ну, теперь можно попробовать туда и не ходить. Ну, я, наверное, могу даже попробовать. Может, не надо? А, я же записался, нормально. Он бессмертен, ребят. Он бессмертен. Но я, слава богу, я в сейве. Нормально. Нет, я попробую сейчас его гасануть все-таки. Потому что мне уже самому интересно. Может быть, дробаш в упор? Ну вот я попробую сейчас. Слышь, ты ублюдок, мать твоя. Грохнул, тварь. Красава. Не знаю, помогло это как-нибудь. Давайте просто попробуем. Попробуем сползать налево и посмотреть. Ну, скорее всего, это бесполезная фигня. Let me speak from my heart. Yes. Yes, it is. Он еще один. Но тут ничего нет. Да? Или может какая-нибудь дверь все-таки есть? Я. Давайте все-таки посмотрим. Два выстрела в упор утихомирили малыша. Этого тоже. Короче, понятно. Пистолет для тех, и дробаш для этих. Судя по всему, да. Больше. Только я не знаю, зачем я потратил столько патронов. Может быть, ребят, я сдохну, потому что... Ну, здесь ничего нет. Я просто потратил их зря. Ни на того, ни на другого я мог их не тратить, ибо зачем? Короче, иди в главный хаб. Надо заканчивать с этой игрой. А вдруг там сейчас будет сейф? У меня засейвится это количество патронов. И мне не хватит их на главного босса. Вот не думал о таком варианте. Поэтому я сейчас сдохну на лазере и уже без... Я просто думал, что там должна быть какая-нибудь, не знаю, какие-то ништяки лежать. Игра же должна, ну, хоть какой-то своей логикой обладать. Должна. А чё он как маньяк рабочих на заводе мочит? А все очень просто. Он купил Ладу Приору, которая сломалась на второй день. И, соответственно, он приехал на АвтоВАЗ разбираться. А на АвтоВАЗе все его послали. И вот
собственно говоря, наш разгневанный главный герой решил навести свою справедливость. Вот примерно об этом и игра. Хеллспак сожрали. А меня что сейчас лазером долбануло? Когда не понял. Все. Данеш, я... Я валю, короче. Ну да, мы тоже надеемся, что конец этого садомаза близок. Я подсказываю, надо было найти Бетти, у нее, как предполагается, какой-то глаз. Ай. Че у нее, глаз? Ну, ай, это глаз, нет? Ну, да, вообще. Короче, да. Там аббревиатура. Вот этого надо грохнуть, потому что я не пройду иначе. Хотя, не знаю. Конец этого садомаза еще не скоро. Да, конечно, только суровые тольяттинские мужики могут себя обмундировать в какую-то консервную банку, и эту консервную банку перестанут брать бластерные патроны оружия 28 века. Это да. Так, он развернется или дальше пойдет? Если на меня развернется, я быстро ему объясню. Козел! Ладно. Нормально. 2400 сотрудников из высшего звена, из них 1500 инженеров. Вопрос, что они там делают. Видимо, это единственное, чем они там и занимаются. Решают, что они там делают. Хорошо, ребят. Переходим снова на режим стелс. Берем в руки пистолет, который можно было, оказывается, цифрой 2 вызвать. Лол. Лол. А этот встал, смотрите. А, нет, это я мимо него просто прошел. Что мне нужно? Вернуться, да? Логика подсказывает, что данный продукт не заслуживает внимания. Не-не-не. Так, теперь ясно, что надо искать Амиха, за что это, и у него есть Ай. Тоже, в общем, хз, что это. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, идем назад. Ну, вот то место, откуда мы пришли, оно здесь. Аня, друг, пишет, даже спортивный интерес тут не прокатит. Может, энтомологически типа вскрыть и посмотреть, как оно. Да, отлично, ребят. Так. Тихо. Шикарно. Яйцо. Глаз. Упавший плеер. Патроны. Понишь, плеер упал. Что делать? ХЗ. Но ну, картинка у меня на стриме пропала. Ну, у меня... Появилась. Дропов нет, Танеш. Что я... А, видимо, были. Я могу, ну, вам только... Быть. Да не было у меня дропов. Не-не-не, Бонич, не трогай. Все появилось обратно. Не трогай. У меня дропов ноль. Это означает, значит, что с моей стороны... Значит, рухнул Good Game. Такое же тоже может быть. Может. Так, я не убью их, да, наверное, без... Так, а тут появилось два сторожа и яйцо. Не надо переманивать людей на YouTube. А, нет Ютуба. А, у Опергеймера есть Ютуб, да? У Опергеймера есть Ютуб. Хренеть сейчас просто ему. По-быстрому... Как это Медведев пишет? Медведев Иван. Сейчас мы пройдем эту игру по-быстрому. Да-да-да, тоже что-то у меня... А, ну вот он, этот глаз, мега-глаз. Что он хочет? Вот. О! А? У меня, мягко говоря, не хватит патронов. А может, не надо? Блин. Хьюстон, у нас проблемы. Хьюстон, оно идет к тебе. Бойся. А что сделать? У меня патронов не хватит на всех. Ну, за угол, за яйцо. Сделай вид, что тебя здесь и нет. И пошел следующий. Их там миллион. Они там, короче, по-моему, спаунятся. Они... Вон пишут, что они тебя не трогают. Ага, конечно.
Это только пока не до него не дойдут, а когда дойдут, очень даже трогают. А, уже бегут, уже трогают. А, Саня Труп пишет, даже ГГ считает это прохождение противоестественным. Не могу не согласиться. Блин, их еще... Их еще трое. А, патроны? А, я вижу 5 патронов, и все. Вот, и сейф. Я всех перестрелял. А, мне и надо было всех шлепнуть, потому что New Objectives добавился. Они просто хотели, чтобы их выбили. Ну да, возможно. Так. Ну я так понимаю, что этих мне тоже сейчас надо шлепнуть, да? Да, не исключено. Блин. Так, New Objective, ребят, давайте почитаем. Что? Engage Shutdown Procedures. Это новая процедура выключения. Почти is not the true. Она не настоящий враг, глаз должен короче, быть уничтожен. Этот My Mind Mind говорит, must... что ГГ думает, что он создал инфекцию, но это не так. Как глаз-то убить? Что, из ружья? Сомневаюсь. Выключи. Тебе его надо выключить. Ну, шатдаун. А может быть, мне надо его так вот, типа, взломать? Нет, нифига. Ладно, я думаю, мне нужно идти сюда. Знаете что, я попробую сейчас все-таки... Блин, я могу об этом сильно пожалеть, но я попробую... Все-таки в стелс-моде как-то. Я весь на свету, вон там лифт какой-то. Бежит что-то довольно быстро. А вот сейчас он пойдет. И если он пойдет... Хорош, Бонечка, хорош. И Григорий Харт создал лекарство. И теперь надо выключить АМИ, загрузить его копию в глаз, и АМИ его разрушит. Охренеть, ему что-нибудь полегче могли бы. Так, я пошел на лифт. Ну там еще наверняка до хрена всяких тварей. Я куда-то спускаюсь в ад. Блин. Ёкарный бабай. Я в такую задницу спустился. Я, судя по всему, вам не так стремительно. Слушай, ну судя по тому, что нам написал Амрад Голдхед. Жог. Извини, все-таки у тебя очень трудно произносимый ник. Извини, если где-то ошиблась. То у тебя еще это при условии, что Ами не врет. Я боюсь, Бонич, что твой план пройти это сегодня под угрозой. Так что о, я кого-то убил. Ой. Помимо своего рассудка и здравого смысла. Да, я захреначил что-то. Вальдемар! Я хотела бы вспомнить... А, нет, ремайндер другое. Одно... А, она хотела бы вспомнить финальную песенку. Ну, давай. Прощай, бесполезная баба! Там вот пишет, это самое, подсказываю дальше. Оно пишет, что оно умирает. Без тебя. Все не Кирио нужно. Пишет, что он пришел к выводу, что данную игру надо периодически рестартить. Но мне больше всего нравится комментарий Сани Друга. Так как палитра не меняется, несмотря на количество поворотов, ты все в том же кишечнике. Так, я грохнул его. И новая цель. Proceed to science sector. Science sector, time to meet the eye. Только не говорите мне, что у меня сейчас патронов не хватит. Короче, я снова иду к глазу. А там... Просто... Ну, главное, что у меня хилок дофига. А вот патронов нет, ребят. У меня осталось... Вообще
фигня, а не патроны. Ёкарный бабай, там еще один ползает. Так, а где этот глаз-то? Я забыл. Так, снова поднимаемся. А, ну нужно назад возвращаться, да, к одному из глазьев. Ох, вашу мать. Да, блин. Только давай сейчас ты не побежишь на меня, мужик. Я все понимаю, но... Там еще один лифт. Он побежал. Это была его ошибка. Но у меня не осталось патронов, друзья. Вот это просто обострить, какая проблема. У меня не осталось патронов вообще. Так, все прекрасно. Пишет, что глаз — это та тетка, настоящий лжец. Они говорят, что не она такая, типа, жизнь такая, бес попутал. И за все попросила прощения. А вот куда этот лифт ведет? Давайте посмотрим, ребят. Возможно... Да нет, это какое-то другое место. Да, это какое-то другое место. Смотрите. Ой, сейф. Ой, сейф? Да. Ой-ой. А еще какая-то хрень. Это даже практически ай-яй-яй. Ого-го! Как я удачно зашел, посмотрите, ребят. Нет, вот все-таки любопытство иногда не порог. Но теперь мы будем гаситься с глазом, я понял. Натягивать его. Натягивать глаз, так скажем. Ну, вы поняли. Ну вот за это спасибо, разрабы. Я, конечно, клял вас, на чем свет стоит, но сейчас я выношу вам благодарность официальную. Сколько уже стримов ты проходишь эту дичь? Пятая трансляция прямо сейчас. Но я надеюсь, что сейчас мы все-таки игру пройдем. 22:26, у нас полчаса, и, судя по всему, final босс перед нами. Ну давай, Бонич. У нас есть патроны. Не скажу, что на изичах, но надо брить его. Так, мне нужно... А, вот он, зеленый глаз. Первого раза справишься? Я попробую, ребята. Давай, Боня, чему ж тебя верю? Так, понеслась. А, нет, открылась какая-то мега-дверь. И чё? И, ай. Селектор. Ну, ткни в него. Во, отлично. Так. Что-то там полыхнуло верхним свет. Will you succeed? I have eyes everywhere. It is my mistake. Саня, мы плакаем уже который стрим. Бонич, который стрим, мы тут уже рыдаем. Я рыдаю уже полжизни над этой игрой. Короче, есть куча дверей, ребята. Ай-терминал, вот, ай-терминал. Ну, конечно же, ай-терминал не вскроется, пока я... Что-то другое тут нет. Ага, ясно. Ну? Так, а как его? Ага. Нет? Что не так-то? Да, отлично. Открываем. Это что, за издевательство какое-то? Я не пойму. Я ж только что 1% вскрыл. Так, великолепно. А ты отойди. Эта дверь отойди. Не открывается. Эта дверь не открывается. Эта дверь тоже не открывается. Короче, надо взломать эту. А это не взламывается просто. А если вот эта штука? Может, секунду. О, стоп. Ага. Из пистолета она не убьется, из ружья не застрелится, из электрошокера не пульнется. Окей, что от нас хочет игра? Опять глюк?
Нет, может быть, тебе надо выполнить какой-то определенный порядок действий? О, открылось, лол. Ну давай, 1%, я умоляю тебя, хватит. Так, пистолет. Фонарь выключаем, дверь открываем. Тут наверняка много ходят всяких упырей. Ой, ёлы-палы, ну конечно. Вон он один стоит, не в минус. Так это не открывается, да? Она не открывается, да? Даже если я сильно захочу. Ну да, она просто не открывается. Хорошо. Ребят, ну что? Момент истины. Ну давай. Там ходит какой-то отморозок. Ну вот я могу его убить или нет? Хороший вопрос, правда? Нет, я не могу его убить. Да ладно. Нет, я могу его убить. Потратив миллион хилок, но я грохнул скотину. А, нет, не миллион хилок, нормально. Я потратил на него все патроны пистолета. Это же немного дробовика. Взлом в игре является полным ингредиентом. Абсолютно не нужен и только растягивает этот процесс. Running on RAM mod only. Repair boss motherboard and data cable to S. Что-то, короче, от нас. Короче, тебе надо починить data кабель. Так, а это что такое? А, спасибо за код 2012. Так, а здесь что? Стоп, а вот здесь что? Я же не отсюда пришел, нет. Тут кровище, дерьмище. Лучше сюда не ходить, тут кровище, дерьмище. Ну его. Там подсказывают, надо мать и дата кабель чинить. Короче, Бонич, это симулятор сисадмина, где Гриша и Константины это пользуются. Это симулятор дебилизма, я считаю. Ое, патрончики, патрончики, это хорошо. Хелспак, спасибо. Спасибо за все тебе, игра. Спасибо вам, милые разрабы. Я обожаю вас. Так, пистолетные патроны есть. Блин, как же я люблю вас, ребята. За такое обилие шприцов. Ну, идем дальше тогда. Тогда нам сюда. Короче, что-то чинить, да? Окей, вперед. Самое странное, это то, что мы сидим и смотрим эту дичь. GameX. Самое странное, что я сижу и играю в эту дичь, для того, чтобы вы сидели и смотрели, и вы сидите и смотрите. В общем, много-много странностей. Что это? Security card у меня какая-то появилась. Почему-то в кабинете у стоматолога какая-то карта безопасности. Так, здесь не пройти. Блин, стрёмно. Вы не представляете, до какой степени. А, ну это все, что мне здесь нужно, да? Я security card нашел. Типа я чемпион. Хорошо, куда мне эту карту засунуть? Ну, там есть куда засунуть, конечно. Так, отправляемся назад. Гоу-сирену спидранчиком. Это изи. Это слишком изи. Вот пройти Соларикс, это челлендж. Так, может быть, теперь я смогу сюда пройти. Да, я могу сюда. О-о-о, спасибо. Лучше бы я сюда не проходил. Так, ну чё?
эти две двери. Просто охренеть можно, ребят. Гонит. Короче, пистолет на них не действует. Давно уже понятно. Дробаш наша, все в упор. Вот же куски говна, а. Здесь что? Что это? Что? Что вы хотите, что? Что? Мне сесть сюда или? Зачем эта комната? Зачем она была создана? К чему это все? Это, так сказать, должно погрузить тебя в атмосферу. Пофиг, я буду всех убивать, если... А, ты будешь, ты можешь мне прятаться. Ну, зачем, если я могу всех убить? Правильно, ребят? Можешь. А ты можешь его туда... Братан его, смотрите, лечится. С легким паром. Я не знаю, что... Что мне нужно? Ага. Не нужно тут что-нибудь? Видимо. Ты не зря себя закрыл? Ну да, не зря. Или зря. Одно из двух. Конечно, могу один патрон на него потратить, но... Но мне кажется, что он не встанет. К сожалению, контактировать я могу только с... этим туберкулезником. Ладно, закроем ему дверь на всякий случай. Я не знаю, зачем она, но мы идем дальше. Стоп, это что, отсюда я пришел? Нет. Потому что вот еще одна дверь. О боже. Боня далеко прошел, второй уровень. Блин, ну так просто капец, как сколько их тут тварей здесь тусит. Так, потанцевал. Отлично, красавчик, ты умеешь, могешь. Тебе нужно просто идти в шоу. В шоу танцы. Да, с удовольствием, ёлупал, ты что думаешь? А может его и надо убить? А, да! Охренеть, ребят, я замочил козла, и... понял, гад, у меня не осталось патронов почти, а, у меня хелспаков не осталось, вот это шикарно вообще, но я убил, короче, главного упыря здесь, вот он так красиво лежит, ну сейчас мы, ребят, близки уже, я чувствую, развязка близка. А сейф давно был? Да, нет. Я очень много потратил, я знаю, но это, походу, главный убой. Уже даже нормально. You may proceed simply to satisfy my curiosity. By all means, enter the biolabs. Чё я взял? Чё это такое? Know that I will be sending this facility back to Earth, unless you stop me. Error 403. Это не шутер. Это типа... Это стелс. Только производство Белоруссии. Я не знаю. Не обижайтесь, белорусы. Но... Если бы стелс игры. О, нет, вот правильно, я взламываю нормально. Outlast 2, да. Неплохая штука. Видел пару тизеров. Ну. И закрою-ка дверь на всякий случай, а то набегут еще всякие. Что делать-то надо? Enable Engine Core Access. Что? Что ты хочешь от меня? Ребят, кто-нибудь знает, что игра хочет от меня? Нет, да? Хорошо. Сейчас посмотрим на новые объективы.
Так, объективы. Cripple navigation mainframe. He believes he directs me and yet is my choice. I could turn myself off, but I will not. I will see this until we are both precise. Depower engine reactors. The eye wants me to destroy the SNIP ship. And I will destroy this ship. I will completely kill the fucking bitch. Bitch. Короче, понятно. Пошел я обратно. Походу, здесь я уже все сделал. Ну, походу, да. Мне страсть как нужна еще немножечко патрончиков и хилки, потому что я остался вообще без хила. Вот вообще без хила остался, представляете, ребят? Может, пацанчик этот уже встанет? Нет, ничего не происходит. Ладно, я его закрою. И иду назад. Здесь стелс-мод игры окончательно превратился в абсолютное... Черти что? Никчемность, да. О! А? Теперь тебе подсказываю. Он ты не хочет... Подобрал... Послушай, ты открыл доступ к движку, подобрал лекарство, и теперь надо пойти и выключить движку. А может он не опасен? Смотри, он, по-моему, пытается общаться. Ага. У меня закончились... А, нет, опасен! У меня закончились хилки, ребят. Вот так просто, если вдруг вам будет интересно, у нас было 1 000 000 хилок, а осталось у меня 0. Блин, это просто провал. Я без хилов, ребят. Живи, гонишь. Как никогда не жил. Помни, респаун далеко. Спасибо. Отлично. Ну, как бы у меня не осталось патронов. ХЗ. Еще пара таких ребят и... Зачем пара? Мне одного хватит, чтобы отъехать. Одна дверь. Вторая дверь. Ну что, можно? Чего сюда? Ну дайте патронов. А, ну вон он идет. Тот самый, который мне нужна. Блин, он сейчас подойдет и меня жопу надерет. Все? Ребят. Я молодец или огурец? У меня ни хп не осталось. Ёлы-палы. Ёлы-палы. Если он сейчас пойдет сюда, то я труп. Огурец, а ты уйди и еду с собой. Он рядом. Дверь закрывает. Ну все, я труп. Я просто бегу очень быстро. Попытки закрыть дверь. Шикарно. Разве мог я предположить, что... О, он бежит! Беги, Бонич! Бляха-муха. А если я запрусь... А, тут надо открывать! Вот тут были патроны стопудово! Сейф! Нет, какой сейф! Нет, сейф! Это ГГ! Это ГГ, ребят! Это ГГ, вы понимаете, да? А ты вернись потом за патронами, что тебе мешает? Это ГГ. Кошмар какой. И я засейвился. Спасибо, разрабы, спасибо. Будьте вы прокляты, это просто жесть какая-то. А теперь смотрите, я сейчас буду... Ага, ну вот, да, я теперь я воскрешаюсь вот в таких вот условиях, ребят. Нравится вам? Какая интересная игра. Ты беги, Бонич, не останавливайся.
Я убил его. Иди, ты говорил, там комната и патроны, и сейф. Не плачь, пожалуйста, Бонни. Ох, какие же вы ублюдки, разрабы. Я просто в шоке. Какие же вы упыри. Вот, если тут нет хилок, патронов или чего-нибудь еще, то пишем ГГ, выходим. Говорили. Она не открывается? Она должна открываться. Потому что если она не открывается, то я вскроюсь. Вонич, не надо. Куда же мы без тебя? Ну, голос с самого начала. Ну, я умоляю вас, пожалуйста. Нет, вы серьезно, вот это все, что вы мне хотите дать, да? Мы еще не видим, что тебе дали, но мы заранее за тебя радуемся. Кот тоже за тебя радуется. А, вы мне предлагаете послушать логи, да? Ну, логи — это всегда интересно. И вы мне ничего не даете, да? Не бросай. Ведь я даже не могу, я не могу даже раньше воскреситься. Ну, начать. Я не могу начать с более раннего момента, потому что эта игра завязано на автосейвах. То есть разрабы даже не могли предположить такую ситуацию, в которой я сейчас... Нет, почему? Я думаю, что как раз такое они прекрасно предполагали. Жизненная игра. Да. Может, я смогу теперь сюда пройти? Охереть же не встать вообще, а? Ладно, я иду. Ребят, что ж вы творите-то, а? Люди, вы добрые. Он тут пишет, что в такой игре не грех, а благо использовать читы. Мы не ищем легких путей. Правда, Бог? Пожалуйста, откройся, ублюдочная дверь. Там ходит еще один упырь, и вон там лифт. Нам нужно туда. Реактор. Я в реакторе, ребят. А комп? Какой комп? Он пропустил комп? Нет там никакого компа. Тут есть лифт. Я с мольбой в сердце просто прошу хотя бы один патрон. Там какой-то ящик. Хелспак. Ну, хоть на том спасибо. О, да, патроны. Какой комп, ребята? Этот комп уже давно вскрыт. Я же при вас это делал. А
Так, ладно, есть лифт и есть дорога налево. Но я, наверное, пойду на лифт. Как вы думаете? Наверное, нужно идти в лифт. Я поехал вниз. Не знаю. Ага, сейф. А-а-а! Вот как можно, сука, делать автосейф, когда тебе на тебя из-за угла выпрыгивает? Я не буду с ним сражаться, я еще попробую. А ты не сражайся. Попробую стелс. Попробую пройти, но я не знаю, это как. Вот он идет сюда, и сейчас нам он жопу разорвет, наверное. Ну хорошо, мы тут засейвлены нормально. Нормально. Блин, надо было так изначально делать. Хотя там их довольно много было, этих тварей. Козел! Ладно, убил. Нет, я начну заново, я умру сейчас. Умру. Живи. Не, надо за сейф мод сделать. Потому что сейчас меня опять засейвит, у меня опять нет хп, ничего. Эй, какого? Какого ляда? Ребят, куда где мой, куда-то? Мать его, где? Где мои... А-а-а. Это вот весь мой хелспак. Ага. Не густо. Совсем не густо. Блин, я. Тихо, ладно, я сейчас застелься. Алфибонич. А, ну здорово, мужик. Ладно, хорошо, давай еще раз попробуем. Мне не сложно. Да вы чё? Посмотрите на мои хп, ребят, просто. То есть ты... Ну чё, вы эпичненько. Я вам подсказываю, в голову бей. Как горит твой очаг. Тепло. Ну, будем считать, что это финальная заставка. Да может это финальная заставка? Вот это финальная заставка? Там подсказывают, нужен эпичный музон. Бонич, это не финал. Бонич, береги волосы. Береги волосы. Можно главу рестартовать. Ну, это будет уже следующее. Давай мы, может быть, решим, что на этом ты ее прошел, а? Ну, пожалуйста, боже. А у меня есть оружие какое-нибудь? Не, нормально, смотри, у меня много шприцов, я в этот раз не буду так по-лоховски делать все. Короче, ребят, ГГ, реф через неделю, в понедельник я рестартну эту гребаную главу, Я пройду эту игру, это дело принципа, иначе не будет мне ни сна, ни покоя. Но я передаю привет этим упырям, которые створили вот это вот чудовищное зло. Это насилие над человечеством под названием Solarix. Ребята, я пройду вашу игру, пройду. Пускай я потрачу все нервные клетки и остаток жизни, но
я пройду вашу игру и найду вас и посмотрю вам в глаза, ублюдки. А может быть, не надо? Я не хочу навещать. Мы не хотим навещать тебя в психушке. Ты нужен нам здесь. Почему его смотрим? Почему его смотрим 1870? Не знаю, ребят, просто это игра, это вызов человечеству, и 1870 человек решили, что они должны быть свидетелями тому, как единственный человек во вселенной проходит это говно. Возможно, я попаду в книгу рекордов Гиннесса. Самый упорный. Да. Ну и, конечно, большой привет Берсу передаем, который нам эту игру посоветовал. Ох уж это Берс. Шикарнейшая сага. Шикарнейшая. Большой привет Берсу передаем. В общем, ребят, в следующий понедельник в 21:00 мы продолжим. Мы продолжим. Чего бы нам это ни стоило. Спасибо тебе, Данеш. Без тебя я бы... Да ладно, ты бы справился. Я бы удалил все это еще с первого стрима. Вот. Так что вот так. Всем спасибо, ребят. До новых и радостных. Это был Бонивур на Опергеймер вместе с Данэш. И мы встретимся через неделю. Пока-пока. Пока, ребят. До следующего понедельника.